Все о знаке зодиака Овен. Овен – первый знак в системе зодиака, с которого начинается зодиакальный круг. Овны появляются на свет в разгар весны, примерно с 21 марта по 20 апреля. Переход Солнца в знак Овна совпадает с днем весеннего равноденствия. Так как Овен начинает зодиак, его всю жизнь сопровождает желание быть впереди, быть первым и занимать лидирующие позиции. Знак зодиака Овен. Планета-управитель Марс. Качество знака кардинальный. Элемент огонь. Положительные черты: честность, открытость, энтузиазм, инициативность, активность, решительность, страстность, любознательность, сила воли и оптимизм. Отрицательные черты: импульсивность и порывистость, агрессивность, наглость, эгоистичность, грубость и упрямство. Символ, которым обозначают знак Овна, представляет собой загнутые рога. Овен – никто иной, как милый барашек, который только кажется безобидным существом. Овны умеют бороться, воевать и стремятся всегда побеждать конкурентов. Не зря управителем этого знака является воинственная планета Марс. Следующие 10 фактов позволят вам узнать больше о представителях знака Овен. Любой Овен – большой ребенок, который всему доверяет с детской наивностью, принимает все за чистую монету, его легко обмануть. Овны всегда остаются в душе детьми и не хотят взрослеть. Энтузиазму овнов могут позавидовать все остальные знаки зодиака. Им легко начать все, что угодно. У них всегда хватает смелости для начинаний. Однако далеко не всегда хватает сил, чтобы завершить начатое. Любой овен очень импульсивен и часто на этом импульсе совершает как смелые и решительные поступки, так и ошибки. Овны любят конкурировать за свое место под солнцем. Их очень мотивирует осознание того, что они могут стать первыми, получить главный приз, завоевать личный авторитет. У овна всегда мало времени, как ему кажется. Он всегда боится не успеть и всегда торопит события. Овну всегда нужно двигаться и действовать. Эти люди крайне редко бывают лежебоками и бездельниками. Многие овны очень эгоистичны и не склонны считаться с другими, особенно тогда, когда необходимо кого-то ждать, жертвовать временем. Овен очень прямолинеен, всегда старается быть честным и хочет видеть эти же качества у других. Обычно он не умеет разбираться в людях и часто является жертвой обмана из-за доверчивости. Овен не любит заниматься однообразной деятельностью. Он старается находить такие занятия, которые будут давать ему разнообразие. Овнов легко разозлить, но они не злопамятны и быстро забывают все обиды. А вы являетесь типичным представителем знака Овен? Или вам не свойственны описанные черты? Пройдите простой тест и узнайте, какой вы Овен. Тест «Какой вы Овен?» Отвечайте на следующие вопросы, выбрав один из трех вариантов ответа. Суммируйте все полученные баллы. Вы обожаете выходить из зоны комфорта и не боитесь совершить ошибку? Да, мне всегда интересно получить новый опыт. Нет, это не мое. Я люблю все новое, но осторожно подхожу к выбору дальнейших шагов. Когда как, все очень зависит от ситуации. Вы мечтаете спрыгнуть с парашютом или заняться каким-то другим экстремальным видом спорта? Зачем мечтать? Я уже это делаю. Ну, может быть, когда-то получится. Надо как-то собраться и запланировать. Это может быть интересно. Да, я много о чем мечтаю. Другие люди могут повлиять на ваше мнение и переубедить вас в чем-то? Да, иногда это случается. Почти никогда. Я всегда имею свое мнение и часто спорю. Если мне докажут, что это действительно так, и приведут очень четкие аргументы, то почему бы и нет? Вы очень упрямы и всегда добиваетесь своего? Да, это точно про меня. Нет, я часто бросаю дело, если не вижу, что оно принесет результатов.
Я готов отложить дело, если надо, но потом часто хочу начать сначала, чтобы не мучила совесть. Насколько сильно вы любите себя? Я отношусь к себе с долей критики. Всегда стараюсь стать лучше, но нельзя сказать, что я мало люблю себя. Я обожаю себя и ценю свои таланты. Я не всегда чувствую, что люблю себя, а порой даже ненавижу. Вы не пройдете мимо того, кто нуждается в помощи? Да, помогу всем, чем могу. Я избирателен и не буду оказывать помощь всем подряд. Не особенно сердобольно отношусь к просящим. Могу помочь в крайних случаях. Завершаете ли вы все дела, за которые беретесь? Больше да, чем нет. Больше нет, чем да. Не знаю, у меня перманентно море начатых дел. В вашем доме всегда чистота и порядок? Бывает, но не каждый день. Реже, чем хотелось бы, времени нет на уборку. Да, я люблю порядок и чистоту и стараюсь это поддерживать. Как вы больше всего любите проводить выходные и праздники? Предпочитаю активный отдых и хорошие компании. Когда как, но чаще хочу тишину и покой, чтобы было какое-то разнообразие после работы. Люблю заняться любимыми занятиями, чтобы меня никто не трогал. Какой барашек вам нравится больше всего? Номер картинки соответствует количеству баллов, которые вам следует прибавить к общей сумме. Посчитайте общую сумму всех баллов. Сколько у вас получилось? 23-30 баллов. Вас можно поздравить, вы типичный представитель своего знака. Вы рискованный, решительный и активный человек, который умеет вести за собой и принимает на себя ответственность лидера. Если при этом вы не будете включать свой эгоизм, у вас есть шанс стать примером и эталоном для многих. 17-22 баллов. Означает то, что вы все еще достаточно яркий представитель знака, однако у вас уже больше рационального мышления. Вы уже не стремитесь занять лидирующие позиции, и вам нужно чуть больше времени на раздумья. Вы не любите спешку так, как типичные овны, и готовы идти на компромиссы, если считаете это важным. 10-16 баллов. Вы менее всех похожи на представителя знака Овен, хотя, конечно, все равно им являетесь. Вам, скорее всего, необходима помощь при принятии решений, и вы иногда даже готовы снять с себя ответственность лидера и кому-то подчиниться. Вы любите проводить время в одиночестве, и вам не обязательно быть в центре внимания. Но, несмотря ни на что, у вас велика тяга к жизни и оптимистичный настрой. На нашем сайте infonyak.ru вы найдете ежемесячные астрологические прогнозы и полезные советы. Ссылка на сайт находится под видео. Подписывайтесь на канал Infonyak и жмите на колокольчик уведомлений, чтобы первыми узнавать о новых видео. Для нас важно ваше мнение.